Почему размытый текст на экране операционной системы Windows 11? Для начала просто перезагрузите компьютер. Пуск, выключение, перезагрузка. Проверьте кабель, который подключен от монитора к системному блоку. Возможно, из-за кабеля какие-либо проблемы. Смените этот кабель. Нажмите правой клавишей мыши на свободной области экрана рабочего стола. Перейдите параметры экрана. Проверьте масштаб. У меня это 100% рекомендуется. Рядом должно быть слово «рекомендуется». Расширенные параметры дисплея. Выберите частоту обновления экрана. Если у вас низкая частота обновления экрана, выставьте самую максимальную. Это у вас может быть 60 Гц, 75 Гц, либо выше. У меня это самое максимальное 60 Гц. Разрешение дисплея. У меня это 1920 на 1080 рекомендуется. Самое максимальное. Рядом должно быть надпись «рекомендуется». Выставляем самое высокое разрешение экрана. Сохраняйте изменения. После этого размытие экрана пропадает. Если это вам не помогло, переходим в поиск, пишем панель управления, категорию выбираем мелкие значки, управление цветом. Выбираем подробно. Откалибровать экран. Нажмем далее. Еще раз нажмем далее. Далее. Можем здесь увеличить настройки гаммы. Далее. Еще раз далее. 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 Средства настройки текста Clear Type. Если у вас здесь отключено, включите Clear Type. Нажмите далее. Далее. Наилучший пример текста. Где у вас более наилучший текст, тот и выбирайте. Если у вас здесь более насыщенный, выбирайте его. У меня данный текст насыщеннее. Далее. Смотрим, где четкое изображение. Самое четкое изображение все же у меня здесь. Нажмем далее. Наилучший пример текста. Наилучший пример текста у меня здесь. Далее. Пример текста наилучший здесь. Далее. Здесь. Далее. Готово.